И экстренная новость. В Приморском суде ищут бомбу. Там находится наш корреспондент Ольга Голодова. Она расскажет все подробности. Информация о минировании Приморского районного суда Одессы поступила на пульт в дежурную часть в 11:50. Это со слов патрульного полицейского. На место приехали МЧСники, полицейские, также скорая помощь, взрывотехники. Все отработали, минирование не подтвердилось. На данный момент людей пускают в здание суда.